Добрый день, здравствуйте, очень приятно. Меня зовут Алексей Круглов. Мы сегодня представляем очень интересный проект, автором которого является только что вышедшая на эту сцену наша замечательная певица из Германии Михаэла Штанхауэр. И я передаю ей слово, и больше, наверное, сегодня ничего не скажу, кроме музыкальных звуков, которые я буду играть для вас. Итак, Михаэла. Спасибо большое. Извините, что у меня с русским не совсем хорошо, потому что я настоящая немка, самая лучшая в русском. Поэтому, да, с грамматикой иногда какие-то есть сложности, слова не знаю, но я уверена, что вы мне помогите, пожалуйста. Это все мои собственные вещи, которые эти блестящие музыканты помогают, играют. И я, для меня это большое-большое счастье, счастье с вами быть здесь на сцене. Поэтому я с первым представляю Юлия Маликова на флюгельгорн. Алексей Круглов на саксофон. Игорь Иванушкин на басу. И долгий-долгий, уже столько года, сколько зим, столько лет, не знаю, минимум, Роман Столя на фортепиано. Я буду чуть-чуть рассказывать о этих вещах, потому что мне очень важны lyrics, которые, только слова, которые я пишу. И вот первые. Вы знаете, что я уже не такая молодая. Это же видно. И чем старше я стану, тем больше я вижу, как, что надо с открытыми глазами ходить через жизнь и просто посмотреть, что творится. Я очень люблю людей. Красота людей. И каждый человек сам по себе красивым. А один раз я видела такая, еще молодая женщина, весь в красках. Сильно в красках. Слышали, сильно в красках. И очень-очень-очень узко одета. Слишком узко по моему вкусу, но я же уже мама и бабушка, поэтому слишком низко. И вот она там ходит, курит, смотрит на каких-то мальчиков, которые мне казалось тоже не очень хорошие. Я уже знала, о боже мой, тупая, ты не иди сюда. Вот, вот эта песня. Thank you.
они бывают разные. Они бывают разные. И друзья тоже бывают разные. И вы знаете, у меня есть очень-очень хорошая подруга, которую искренне люблю за все сердце. Она добрая, милая, хорошая, интеллигентная. Но у нее есть один вещь, которая... Я просто с ума сойду с этого. С ума сойду. У нее всегда есть какие-то плохие слова о чем-то. Она всегда найдет какие-то маленькие вещи, где она может сказать, вот, все было хорошо, но... И об этом этот вещь. Me, myself and I. Я сидели вчера, стакан вина. Ой, даже есть поэзия в этом. И постараемся решить, что сделать с тобой. Say that to your face.
еще шанс с Free Jazz'ами работать здесь. Я очень-очень часто на дороге. Иногда в России, очень сейчас, сейчас в США, Германия, постоянно на дороге. И вы знаете, это грустно и очень хорошо. Потому что где вы есть, там вы начинаете потерять сердце на хороших людей, на хороших видов, на хороших мест. И вы уходите, и вы знаете, что, может быть, эти люди больше никогда не увидите. И вот об этом мы говорим. И всегда остается такое ощущение, что тебя тянут туда, и тебя тянут сюда, и тебя тянут везде, и ты уже нигде и никогда не дома. Но с другой стороны, ты везде дома, конечно, потому что везде найдешь хорошие, добрые люди, и везде опять можешь потерять свое сердце на новые, хорошие вещи.
Начинается жить, это всегда очень хорошая вещь. И сейчас я пою один вещь, который только-только рожали. И это называется «Why is she still here after all these years?» Вы знаете, женщины после какого-то времени просто исчезают. Никто их уже не видит. Я не знаю, здесь все молодые, поэтому вы это еще все не знаете. И я тоже еще не знаю об этом. А дело действительно в том, после какого-то age, после какого-то времени, возраста, спасибо, вас просто не видят больше. Можно, конечно, сейчас философировать, почему это так, но лучше это не сделаем. Но я знаю очень хорошую такую музыкантку, и эта вещь идет об этом, об ее. Why is she still here after all these years? Still trying to find the perfect rhyme to the melody line that hums in her heart and sobs in her soul. Почему она еще здесь после всех этих годов? И она еще до сих пор постарается найти эти слова на эту мелодию, которая у нее живет в сердце. Извините. Русский язык. Ладно. Очень красивый такой, да.
Хорошо. Но извините, она уже постаралась найти какую-то машину. И все принцы, которые она целовала, в конце концов были лягушки. А вот придет какой-то мальчик. Хороший. Но как она может сейчас? Да,
хороший мальчик, может быть, кто знает. Наверное, он такой же кремж, как всех остальных. Но не остается. Он не уходит. Яна там сделает сумбур, не хочет его никак, потому что она знает, еще раз она будет стоять там одна, оставаться одна. И сердце будет опять сломано. Но он не уходит. Не уходит. А вот бывает такой день, когда она смотрит на руку молодого человека, как он играет с их ребенком. И она начинает плакать. Но не знает почему. Every time she sees a baby cradled in its father's arms, she starts to cry. She wonders why. She calls herself a rolling stone, a pilgrim spirit, all her heart, a make-believe. Thank you.
Yet here they go again, how come they always end up misunderstanding each other? If I don't use to blame or shame to waste their precious time and wait. If she could take back the words she said, she'd do it right away. She never wants to lose it. The very start lying on the side and take over. Thank you.
Где она сидит еще в грязи? Сказка. Сказка. А? Солнышко? Не знаю. Да, Синдерелла. Синдерелла, да? Вот. Да, конечно, все у нее прекрасно, все хорошо. Семья есть, дети есть, все есть. Но внутри она осталась бедная, несчастливая. Потому что боль остается же. Он не просто уходит, потому что вы кладете наверх несколько лет. Нет. Не так. И она там сидит дома. Дети растут. Thank you.
Красивое начало. Любовь идет потом, когда все эти красивые вещи вокруг уже нету, когда вот тортик уже почти скушен, тогда начинается любовь, когда уже не совсем все так, как хочется, а когда
И тогда держите, тогда вы понимаете, что это любовь. И эта песня называется «I don't want to sing yet another love song». Я больше не хочу петь никакой-то песни о любви. Когда люди встречаются и уходят просто так, и не потеряют сердце, только кушают как бы сладкость наверху тортика, и остается все остальное. И потом они начинают сказать: «Ой, ой, как мне больно!» Это не любовь. Любовь — это если ты веришь в друг друга, если ты остаешься, если ты иногда прощаешь. Надо прощаться. Вот это любовь. I don't want to sing yet another love song. It makes me sad to see some people searching for a new true love every day, as if hunting prey in every easy victim they take delight. But the passion hardly outlives the night. And when the novelty is gone, they move on. I don't want to be part of that game. Perfect match, they hesitate to make a choice, much too afraid they might regret it, thus they're bound to fail. And behind they leave a trail of broken hearts, while the so much more that we can share if we can pledge to love, forgiving, church, faith, a life that is filled with love. You know what I'm speaking of, as we have it all. There's so much more that we can share if we just try to love, forgive, and treat. We'll live a life not as full of love, not what I'm speaking of.
Мы стоим на фортепиано. Игорь Иванович на басу. Ваша Круглов на саксофон и Юлия Маликова на фудудор. Вы знаете, мы очень счастливым человеком, что играть с такими людьми. Вот я еще не все закончила. Есть еще одна песня, которая называется «At the Cafe» or «She Smiles» or «What was the last one?» «The other one?» «At the Cafe, She Smiles» «Greyhead Lady» вот. Значит, эта песня очень-очень долго росла. Я ее стала писать, наверное, 8 лет назад. И вы знаете, иногда вот просто бывает такая картина. Вы кого-то видите и про него не забудете. Вы никогда с ним не говорите. Но вы просто видите этого человека, и он остается у вас в сердце. Я видела старая-старая женщина. Она действительно была уже старая. Там сидит с чашкой чая. И я видела ее руки. Показали, что она очень-очень долго, очень много работала. Я думаю, ну что с тобой? Какая у тебя была жизнь? Как у тебя все сложилось? Сколько много любовь было у тебя в жизни? Вот ты стала писать эту песню о этого Greyhead Lady. Thank you.
Вот еще, конечно, одна песня есть. Одна песня еще есть. И называется она «Мадар», «Мама», «Мама». Вы знаете, наши родители, они имели очень сложную жизнь. И иногда передают, но тогда надо после какого-то времени просто опять прощать и отдать. Потому что мама была, есть мама.
Спасибо вам, что вы пришли. Михаил Станкалов. Я сказала ложь, вы слышали и заметили. Мы постоянно говорили о любовь. Я слышала одна песня, которую нельзя, но это последняя будет. Потому что вот погода такая уже, опять будет, что у меня ощущение, что придет уже осень. Here comes autumn again. Осень опять придет. Конечно, осень, не только осень, потому что, ну, конец года. Но для нас осень, конечно, тоже конец жизни. Но вы знаете, весь жизнь красивая. Не бойтесь стать старше. Жизнь красивая. Везде найдется красота. Везде найдется радость. Везде найдется любовь. Поэтому просто открывайте глаза. Будьте счастливыми. Here comes autumn again, bringing an end to summer heat and sunny nice dresses. As the nights turn to cold, to cover their lovers, lush gigantic songs of fricassees. Moons drop upon a velvet yellow turf, red and mellow in mists and shrouded the trees, who bent their branches loaded with meadows and dance floor to the last bumblebees. Soon the leaves will fall and their fragrant colors will die to winter's red wine.
Thank you.
Михаил Штанхауэр, или просто, как мы говорим, Миша. Миша и ее квинтет, в числе которых Юлия Маликова, Игорь Иванушкин. Вы меня знаете, я Алексей Круглов. Хотя я сказал, что я не буду больше говорить, но я не смог, но я переполняю чувства, поэтому... И, конечно же, наш дорогой друг и большой гость из Новосибирска, Сибирь, Тайга, Волки и Роман Столяр. Миша и друзья, спасибо большое.